Добрый день. Мой отец родом из Иркутской области. Он родился и вырос в глухой сибирской деревне в верховьях Великой реки Лены. Иркутская область, Качевский район, Верхоленск, всего такое. Когда я был мальчиком, он брал меня с собой на родину. Мы там рыбу ловили, хариус. Так вот, я помню, как его мать, моя бабушка, деревенская женщина, а деревня такая, одна улица, с одной стороны река, с другой стороны гора, и вот улица и дома напротив. Редко кто по улице когда пройдет. Скучно мне там было, мухи в доме, в избе, тишина. Кухотище, я мальчик городской, и вдруг я слышу, бабушка говорит, о, смотри-ка, женская пошла, о, еще одна женская, а о, мужской пошел. Женская это женщина, а мужской это мужчина. Смотри-ка, женская пошла, это значит женщина пошла. Ну, это так, воспоминания такие детские. Так говорят люди в некоторых местах нашей необъятной родины. Так вот, в нашем бизнесе в основном ходят женские, женщины в основном, по известным причинам. Если вам удастся в вашем бизнесе сделать так, что будет много мужчин, значит, вы нашли способ, как удвоить как минимум ваш бизнес. Надо думать над тем, чтобы в наших организациях было как можно больше мужчин. Всего вам доброго.